Всем привет! Это снова Джонни Фёрст. Если вы следили за нашими постами, вы, наверное, знаете, что в мае этого года концерн Калашников подарил мне ружье. Это модель ИШ-43КН, короткая двустволка со стволами 510 мм и внешними курками. Сегодня не буду делать обзор на стрельбу из этого ружья, сделаю его позже. Дальше будем также рассказывать о том, как оно будет модернизироваться для ковбойской стрельбы. Есть несколько ковбойских секретов, как сделать это ружье более быстрым в плане перезарядки в первую очередь. Меня всегда интересовала история появления этого ружья, потому что логично, что такая короткая двустволка совсем не охотничье ружье. Все-таки классическая длинная двустволка для охоты подходит больше. И большинство людей, собственно, смотрят на это ружье с непониманием. Хотя, безусловно, есть люди, которые любят это ружье именно как охотничье и охотятся с ним вполне успешно. Тем не менее, у многих вызывает вопрос, для чего вообще было сделано ружье с такими короткими стволами. Я слышал, что здесь были замешаны каким-то образом американские партнеры, которые дистрибутировали оружие наше Ижевское в Соединенных Штатах. И буквально на днях задал вопрос концерну Калашников. Вчера получил ответ. И сегодняшний пост как раз об истории появления этого ружья. Так что следите за новостями. Будем рассказывать об использовании этого ружья. Увидимся на стрельбище. Желаю всем метких выстрелов. Пока.